Сегодня с утра часов 8 была легкая тренировка, то есть тяжелая тренировка, всякие подтягивания, тому подобное, силовые упражнения, в общем. И потом, обычно после такой тренировки уже на разные другие упражнения сил остается мало, но я сегодня взял с собой протеиновый коктейль по рецепту из интернета. Это смузи из бананов и пророщенной пшеницы. И попил. И сразу энергия восстановилась, хоть мышцы-то забиты, но энергия есть, и можно дальше заниматься с легкостью.